Приветствую вас и, пожалуй, начать свой ответ я бы хотел того, что затронуть тему, которая мне кажется очень важной. Это тема отношения к вам, вашего мужчин. То есть, что это значит? Вы говорите, что, значит, встречаетесь с мужчиной уже полтора, значит, года, и за это время он, соответственно, не сделал вам предложение. Вы говорите о том, что вы в него влюбились. Вы говорите о том, что вы к нему, получается, испытываете симпатию, да? Вот. А значит, как относится к вам он, мужчина? Вот что является самым главным вопросом в данном случае. Значит, как относится к вам ваш молодой человек? Что он хочет, что он вообще желает, что ему нужно? И так далее. От вас, я имею в виду. От вас. Я имею в виду. Вот. Это очень-очень важный момент. Потому что вот как вы говорите, что он ваш первый мужчина, как вы говорите, что вы влюбились, но при этом вы ничего не говорите про него. Это вот первый важный момент. Второй важный момент. Второй важный момент заключается в том, что если мужчина не делает вам предложение, значит, во-первых, полтора года он считает недостаточными. Ну, для того, чтобы, значит, для того, чтобы связывать свою жизнь с вами, да? Вот. Это, во-первых, он считает недостаточно связывать с вами свою жизнь. Ага, и ему нужно больше времени для этого. И тогда вам желательно бы, чтобы вы приняли его такую вот позицию, на мой взгляд, позицию довольно такую, ну, не лишенную, скажем так, определенного смысла. Вот. И во-вторых, у вашего мужчины вполне вероятно, значит, просто-напросто есть определенные, значит, ну, определенные средства, определенные представления о том, какими должны быть отношения между вами и что, вообще говоря, что, значит, нужно ему, мужчине, я имею в виду, что нужно мужчине для, скажем так, для того, чтобы создать семью. То есть он хочет сделать это самостоятельно.
Он хочет сделать это сам. Он хочет, чтобы все получилось так, да, как именно ему нужно. Он хочет, чтобы именно все получилось так, как именно он считает, да, как он видит это. И, собственно говоря, именно поэтому, вполне возможно, он и не, ну, и не берет вас, значит, в жены пока что, потому что ему это еще, ну, как он считает, рано. Вот именно он считает так, что ему еще пока рано, возможно. Или он не готов. И в этом случае, что вам делать? Во-первых, значит, первое, что вам нужно сделать, это для начала постараться, значит, понять, а что же, собственно говоря, мужчина хочет, что мужчине не хватает для того, чтобы взять вас всем. Что ему не хватает, что ему нужно? Поговорите с ним, спросите его об этом обязательно. Постарайтесь этот момент выяснить. Это первое. Да, второе. Значит, подумайте, что вы можете сделать сами для того, чтобы мужчина получил то, что он хочет. Да? Вот. Постарайтесь об этом также подумать. Что мужчина хочет именно для того, чтобы, ну вот, создать с вами семью, да? Вот. Далее. После того, как вы поймете, что вы можете сделать для этого сами, задайте себе другой вопрос. Верны ли у вас представления с этим мужчиной о семье? Совпадают ли они у вас с ним? Совпадают ли они у вас с ним? Это, по сути, очень важный вопрос тоже. Потому что если ценности не совпадают ваши, то, соответственно, вам будет невозможно построить такую семью, которую вы с ним хотите, если у вас разные ценности, духовные, там, моральные, семейные и так далее. Это ведь тоже очень важный момент. Правильно, правильно. Дальше. Теперь самый главный вопрос. Почему и для чего вам хочется семью? Вот это, пожалуй, тот самый важный вопрос, на который вам стоит в любом случае найти ответ. Понимаете, какая существует проблема? Проблема в том, что вы, встречаясь с человеком, встречаясь с мужчиной, да? Ага, получается, хотите от него уже чего-то для себя. Вы говорите, мне хочется семью. Но если вам хочется семью, то возникает вопрос, а почему
мужчина должен давать вам семью, если ему ее, может быть, еще не хочет. Получается, что если мужчина не дает вам того, чего вы хотите, да, если мужчина не дает вам как раз таки семью, которую вы хотите, то получается, что мужчина этот, скорее всего, вам не нужен, если рассуждать так, как вы это говорите. А это означает, что ваши отношения с ним можно назвать как угодно, но только, к сожалению, не любовь. То есть получается тогда, что у вас отношения какие угодно с ним, но только не любовь. И вот это является самым главным аспектом. Понимаете, если вы человека любите, если вы с человеком хотите быть вместе, если вы действительно, как вы говорите, влюбились, то вы будете наслаждаться каждым моментом, проведенным с ним. И делает он вам предложение или нет. Важно, что вы просто с ним. А если вы хотите для себя семью, значит, вы через эту семью что-то хотите для себя получить. Вот и давайте подумаем, что вы хотите для себя получить и что такое вообще, говоря, семья. Во-первых, начать нужно с того, что семья – это естественная форма развития человеческих отношений. Это ни в коем случае не какое-то образование, которое вам что-то может дать. Это ни в коем случае не какое-то образование, от которого вы будете что-то получать. Семья – это то, во что вы вкладываете. Семья – это то, куда вы вкладываете. И семья – это то, во что вырастают ваши отношения с мужчиной. То есть семья – это просто форма. И все. Но то, что вы хотите получить для себя в контексте семьи, тоже очень важно. Это нужно понимать. Важно понимать, что то, что вы хотите получить для себя в семье, это очень важно. И то, что вы хотите, нужно учитывать. То, что вы хотите, нужно учитывать. Для чего? Возникает вопрос. Для чего учитывать, да? И я вам на этот вопрос также отвечаю. Учитывать подобное нужно для того, чтобы правильно удовлетворять свои желания. Чтобы правильно реализовывать их. Что вы хотите получить для себя, вот, собственно, в семье, да? Что вы хотите для себя получить, в семье, да? Подумайте об этом. Постарайтесь об этом подумать, постарайтесь этот вопрос для себя решить. Он очень важный. То, что вы хотите получить для себя в семье, в своей семье, да? Вот то, что по-вашему вы должны получить в своей семье. Вам нужно получить это самостоятельно, не требуя этого не от тех людей, которые с вами, например, да, не требуя этого от тех людей, которые рядом с вами, и не требуя этого, естественно, через семью. И вот только
значит, удовлетворим свои потребности, в том числе и потребности в семье, только реализовав их, вы и сможете, значит, в этом случае вы и сможете обрести, что называется, ну или не обрести, а, скажем, как-то вот реализоваться, да, ну, в нормальной среде, в нормальной сфере, так, чтобы, значит, у вас все было в порядке. То есть, чтобы и от молодого человека своего не требовать того, что он вам может быть вот на, ну, на сегодня, в данный момент дать не готов, например. И чтобы самой так не переживать фрустрацию. И тогда, суммируя то, что, значит, я сказал, суммируя, можно сделать вывод, что если вы с одной стороны, вот именно с одной стороны, если будете действовать в направлении мужчины своего, да, а с другой стороны будете удовлетворять свои потребности и свои желания также самостоятельно, то у вас все получится, и вы не будете испытывать фрустрацию, которая у вас сейчас есть. Вот так, я думаю, можно было бы ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.